Приветствую вас на канале Кольчуга. Давайте сделаем небольшой обзор PCP-винтовки от компании Snowflake. Что у нас присутствует в коробке? Техническая документация данной винтовки. Само ружье, компоновка Bullpup, вы уже, наверное, успели заметить. Магазин для винтовки. Некий комплект запасных прокладок. Довольно хорошая вещь. И штуцер для зарядки резервуара. Для заправки резервуара. Что мы видим здесь непосредственно на самой винтовке? Снизу у нас установлен резервуар с сжатым воздухом предварительной накачки. Сверху ствол. Перезарядка у нас биатлонного типа. Таким прямоходом происходит. Соответственно, спуск. На спуске установлен предохранитель. Вот он стоит на предохранителе. Соответственно, сейчас он снят с предохранителя. Предустановленная планка вивер, соответственно, мы можем ставить спокойно прицельные приспособления, какие нам угодно. Гребень, затыльничек. Довольно компактная винтовка в калибре 6,35 мм. Хороший образец оружия для начинающих стрелков и будущих охотников.